Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Слава Болтун, и я рад вас всех приветствовать в новом видеоролике, собственно. Собственно, наверное, уже все, конечно, догадались, что это будет распаковочка геймпада от фирмы Trust. Вообще, я уже давно планировал купить себе геймпад, и я не совру, если скажу, что я в руках не держал геймпада где-то не меньше 15 лет, вот. И, наконец, у меня было это в голове, я все думал, надо как-то купить геймпад, вот, вспомнить детство, вот. И, наконец, это совершилось, я ходил по магазинам и увидел вот данный геймпад с неплохой скидкой и решил, а почему бы и нет, надо брать, собственно, и вот себе прикупил новиночку. Сейчас мы вместе его распакуем, давайте сначала посмотрим упаковочку. Фирма Trust, к слову сказать, вообще фирму Trust я люблю, несмотря на то, что это Китай. Да что сейчас не Китай, собственно говоря, но Trust реально делает хорошие, надежные вещи, средней ценовой категории, вот поэтому достаточно вещи доступны и в то же время они качественные. Кстати, сказать еще, на данный геймпад идет гарантия 3 года, 3 года и вообще на многие вещи фирмы Trust, я как помню, тоже вот 3 года гарантии, это реально долго, что тоже говорит о качестве продукта. Собственно, геймпад для персонального компьютера, для лаптопа, ну то есть ноутбука, и для PlayStation 3. У меня нет консоли, но у меня есть мощный компьютер, вот давно хотел прикупить, и наконец-то это совершилось. Что мне еще нравится, так это то, что вот кабель, собственно, 3 метра длиной, это, я считаю, длинный, 13 отзывчивых кнопок и Direct Input and X Input Switch. Переключатели между выходами, да, насколько я понимаю, то есть любые игры, которые поддерживаются геймпадами, с этим геймпадом должны идти отлично. Вот, вот такая вот коробочка, я должен сказать, она симпатичная, очень симпатичненький такой дизайнчик, красивенькая. Вот, сейчас мы посмотрим, распакуем, я вам все обязательно покажу. Ах да, пока не забыл, еще вот сразу уточню модель, Trust, фирма Trust, модель GXT540, вот. Ну а теперь смело можем приступать к распаковочке. Давайте, ух ты, отлепим липучечку и посмотрим, собственно, что там у нас внутри. Ага, и тут тоже залеплено. Должен сказать, упаковка реально симпатичная, красивый дизайн, красивая цветовая гамма. И тут липучка, да что ж такое? Сейчас откроем. Так, тут липучки нет. Все, отлично. Нет, смотрите, еще одна липучка. Ну, молодцы, ребят, запаковали как надо. Но все аккуратно, все красиво. Все как надо, на должном уровне. Ну что ж, ребят, будем открывать, будем открывать. Держите за меня кулаки, чтобы то, что там находится, действительно соответствовало картиночке. Момент истины, открытие саркофага геймпада. Ну что ж, начинаем. Мне уже самому не терпится. Вот такая, ну да, коробка действительно классная. И вот, насколько я понял, он выдвигается таким вот образом, таким вот макаром. Сейчас не так уж это и просто, особенно когда снимаешь на камеру. Давайте, вот он. О-о-о-о-о. Да. Обратите внимание на то, как это упаковано красиво, на должном уровне. Вот, да, сразу даже бросается в глаза вот этот красный цвет. То есть они не просто какой-то пенопласт там положили, не просто. Они вот, видите, все аккуратно, красивенько в пенопласт сделали. Причем пенопласт красного цвета. Вот это все оформление, безусловно, это стоит высокой оценки. Вот. Ну и сам, естественно, геймпад, прикасаясь к нему и буквально чуть ли не погружаясь в детство. Так, как бы мне его вынуть?
Не хочется, конечно, ничего сломать. Вот он, дорогой мой геймпадик, давай иди ко мне. Хочу уже в ручки тебя взять. Да, они туда его запихали. Запихали как следует, слушайте. О, наконец я вынул. Ну, реально, вот за упаковку я бы дал дополнительный балл. Дополнительный балл за только вот за упаковку. Очень классно сделано все. Наконец-то мы можем лицезреть iPad, так сказать, уже без коробки. Вот сам iPad, он у меня в руках. И по первым впечатлениям я должен сказать, что очень удобно. Очень удобно, контроллеры, но представляете, я вот буквально последний раз брал в руки геймпад от Sega лет 15, наверное, назад. Это как минимум, и теперь... Просто класс, буду рубиться во всякие игры там. Вот, напоминаю, это не обзор, это всего лишь распаковка. Обзор будет позже. Смотрите, следите за каналом, обзор будет позже. А вот мой геймпадик GTX 540. Вот, очень симпатичный. По весу я не знаю, сколько он весит. На коробке, к сожалению, не написано. Но так вот чисто по ощущениям, ну, не знаю, пачка масла 200 граммов. Нет, не 200 граммов, даже где-то 150 граммов. Наверное, вот так вот. Очень удобно лежит в руках. Вот, тут 13 кнопок. Вот, есть такие вот курки. Да, курки. Тут вот кнопки, а тут курки. В более дешевых аналогах. Тут везде вообще кнопки, курки не устанавливаются в более дешевых. А вот это все-таки не дешевизна. Это средний, так сказать, ценовой сегмент. И тут они уже... постарались, причем вот это все прорезинено, очень удобно и очень здорово. Тут даже есть какой-то вот индикатор, тут вот кнопочки, не знаю, буду разбираться, мне уже просто не терпится. Конечно, не поиграв в игру, я точно не смогу сказать, ну как на самом деле, какие прям такие вот ощущения, да, в игре. Но на данный момент мне все очень нравится, очень удобно. Эргономично, во всяком случае, под мои руки реально очень удобно. Вот, а моделька у нас, напоминаю, Trust GXT 540. Вот, есть аналогичная модель с аккумуляторами и без провода, но она все-таки тяжелее и по цене больше. Я все-таки решил взять вот эту модель, и я надеюсь, что она меня не разочарует. Во всяком случае, на данный момент она меня радует. Вот, тут-то, кстати, переключатель. Вот маленький такой переключатель. Есть input, да? X and D input. Вот. Ну, консольщики, естественно, все разбираются. А я-то не помню. Я буду вспоминать, как там что. Как там что. Вот, кнопочках типа home, дом. Вот. Может быть, какие-то функции не работают на ПК. Да, а только работают на консолях. Но я не знаю, буду разбираться. Пока мне он очень нравится. Вот. А отдельный обзор полноценный я сделаю чуть позже. Так что следите за каналом, не пропустите. И я вас постараюсь не разочаровать. Еще парочка небольших уточнений. Собственно, это не поролон, как я... Вернее, не пенопласт, как я сказал в начале. Это пластик, но это необычный пластик. Он какой-то бархатистый такой, с каким-то напылением. Вот. Это не имеет значения на самом деле. Вот, что я хотел действительно сказать, то вот, что вот еще в упаковке идет вот инструкция. Keyboard GXT 540. Вот, инструкция по подключению, по использованию. Более подробная инструкция на разных языках. Нет. Да, на русском языке, вот тут, на польском и так далее. Вот, и наклейка, которую можно выкинуть. Вот, но все равно бонус приятный. Ну что ж, дорогие друзья, встретимся в новом видеоролике. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Если это так, то ставьте лайк. Вот, подписывайтесь на канал, а мы уже встретимся в новом ролике. С вами был Славка Болтун. До скорых встреч. Пока.